Как тебе видос, где Вилса флексит своим мустангом? Но это же пиздец. Да, и Вилсаком любит этот дешевый пафос, просто он опять-таки использует атрибуты вот людей, которые резко выбрались из. Это комплекс нищего. А когда ты резко разбогател, и ты хочешь всем показать атрибуты, которые ранее у тебя не были доступны. Типа, вот смотрите, у меня есть телефон, много крутых телефонов, блядь. И вот у меня есть то, у меня есть это. Ну вот посмотрите на Юру. У Юры денег, блядь, до пизды. Он, сука, олигарх, магнат, и я ебал в рот, какой нахуй. Вы хоть что-то знаете про Юру? Нихуя про него не знаете. А я уверен, Юра себе, блядь, все Мурино нахуй купил, застроил, блядь. Продал, блядь, все эти квартиры по миллиону там, и теперь сидит, с Да. них за коммуналку берет. Так и есть, уважайте. И все опросы в целом Да, верны. именно так. То Да. есть это скромность. Пусть хоть меня за деньги уважают. Вот посмотрите, школьники, ваша мамка столько за всю жизнь не заработает. Ее, Это ура! факт, это факт. Это, ну, смотря, может, красивая мама. Да, ну и сколько берет за час? Ой, вот почему ты, вот ты такой сексист, ты сразу, почему проститутка? Может, она стала бы моделью? Вот, может, она модель, актрисой бы стала. Шутки про мам вне сексизма, они просто веселые. Но ты сказал брать за час, это значит, ты ее сделал проституткой. Я бы сказал то же самое и про их отцов. Ну да. Вот, поэтому я люблю людей, у которых дохуя денег, но при этом о них никто нихуя не знает. Что они делают, как они делают. Это просто Вилсаком у меня, я его могу сравнить с каким-то, блядь, это как эти там, Лил Памп, Помп, Лил Помпа, Ну блядь, а вот хуй ты не знает. думаешь, что у То него есть... просто столько денег, сколько нет ни у меня, ни у тебя, ни у Николая Соболева даже, Ну прости меня, смотри, Господи. тем не Что менее... просто есть какой-то у каждого человека вот свой денежный предел. Вот получай ты, например, 30 миллионов рублей в месяц. Вот ты уверен, что ты бы не спятил? Вот просто вот ты сейчас скажешь, конечно, нет, я бы Не, адекватно я распорядился. адекватно отвечу. Но вот Если бы я представь, получал ебать, 30... у тебя месяц, Леша, 30 миллионов. Второй И 30 ты хочешь миллионов. спросить, что я Третий собираю... и... Не, смотри. Хорошо, я получаю эти деньги. Допустим, 30 лямов в месяц. И что? Какой вопрос? Не спятил бы я? В каком смысле? Да, Стал бы я в Инстаграм делать не фотки стал в бы ты этими Гуччи, деньгами фотки звенеть, своих как, новых машин? Нет, у я меня не другой знаю, приоритет. портупей, блядь, или как эта хуйня Я бы эти называется. деньги просто... Я бы их применял в куда более интересные Более... сферы. Ну вот это ты говоришь сейчас, знаешь почему? Потому что ни у меня, ни у тебя нет денег. Не, Только я про у себя меня хорошо разве что знаю. по мнению ВЦИОМ и тебя, Я а себя у тебя хорошо даже знаю. не по мнению никого. А Я вот бы создал если бы... свою личную армию, блядь, и Вот устроил если бы бы у нас были коммунизм. такие деньги, вот как у Вилсакома, ну ты просто на секунду представь, Ну, такие по большому деньги! счету, не так уж... Такие деньги, Леша! Вот просто, и они каждый месяц идут, их становится не меньше, а больше, Леша! И у тебя все больше и больше этих денег. Ну Ну вот как смотри, когда золотой у тебя желудок. такое количество денег, тебе уж тем более нет смысла выебываться машинами. Но это слишком дешево. То есть я бы выебывался ракетами Смотря нахуй каких-то. какими. Вот Илон Маск выебывается ракетами. Вот это я понимаю флекс. Вот это я понимаю охуенно. А выебываться тачки, ну блядь, ну Бугатти максимум. Самая дорогая тачка, наверное, Бугатти или Пагани Зонда какая-то. Ну что, это поганый, вонючий, грязный миллион долларов. То есть он на дороге нахуй валяется. И все. Это твой Вот ты максимум. так говоришь, потому что у тебя нет миллиона долларов, Чувак, у меня Лёш. больше Вот миллиона долларов. Я твое столько в сутки мышление бы зарабатываю. изменилось, если бы ты получал столько же денег. Я вот человек Да, и адекватный. Вот будь у безусловно, меня столько деньги денег. меняют. Деньги не сколько меняют, сколько они делают человека тем, кем он был изначально. Просто из-за отсутствия денег он их не мог быть. Я бы просто деньги инвестировал в другие вещи. У меня другие Вот так приоритеты. легко, а вот ты уже представь, инвестировал, и они приносят еще больше денег, Леш, Да, ну так. и у тебя дальше, и Но я же больше, и инвестирую не в больше. какие-то, блядь, там, ICO проекты. Я инвестирую в какие-то полезные для общества вещи. Просто сейчас я не могу Мужик, инвестировать. я сколько, я не знаю, больше года, теперь я, конечно, чист, уже срок давности вроде прошел, но я начал это делать буквально сразу же, как появились деньги, хотя я человек рациональный, блядь. А, ёпта, люди, вот они говорят, я бы никогда не стал вбухивать, как эти богачи. Потом у них появляется первый миллион долларов, они У такие, большинства людей так реально происходит, да. ну я куплю яхту, ну я возьму шлюх,
ну я, блядь, пойду в клуб, ну я, и вот-вот раз, и ты вдруг уже становишься вот таким позером, который дорогие машины, блядь, ёпт, показывает всей аудитории. Оно же, это все скользкая дорожка, хоть какая-то вот, хоть немного денег, уже сразу человек начинает. Не, ну смотри, я почему есть так... большое количество блогеров, которые реально дохуя зарабатывают, но они не выебываются. Есть такие примеры? Нет таких. Вот практически. Они уже потому что перевыебывались. Обычно люди, которые не выебываются, это не блогеры, которых мы в пример приводим, и даже не рэперы. Это люди типа за 40, за 50. И если ты думаешь, что они в нашем возрасте не хуярили, как Вилсаком, блять, всякую хуйню, не Подмышки банана, я читал твой этот донат, спасибо тебе большое за 300. У них другие приоритеты были. Кто 600-й бумер покупал, кто уходил, кидал фишки в казино. Я понимаю, что люди, те, которые сегодня линчуют, те, кто выебываются, они сами будут хуже. Это как с бананом, который тоже вот всех распальцованных хуесосит, но я что-то, сука, уверен, что появись у банана. Да хуище, бабок, он все купил бы Астон Мартин, блять, нацепил бы на него номера, ебал вас в рот, и похуй, что количество регистров этих букв, блять, перевалится, допустимо, он забашляет, чтобы еще длиннее у него номер был. А вот видишь, вот ты упрекаешь Вилсакома в бедных представлениях о богатстве, а сам видишь богатство так же примитивно, только ты чуть, ну, я менее, у тебя, короче, смотри, представь, у тебя меньше быдлятства в видении богатства, но при этом ты также экстраполируешь свое понимание на вот огромные деньги. А дело в том, что никто не знает, что будет, когда у него будут огромные деньги. Не, это я же конкретного человека сейчас привел в пример. Я большие деньги знал бы, как расходовать. Это точно. Да вы все так... Вот, чувак, вот в том-то я и проблема. Я не все, что... я точно лучше. Все так... Вот я и все точно говорят, бы что делал я по-другому. Не все. Это вот начинается с того, ну, что чувак, какая-нибудь смотри, бабка... Я могу себя читает. Сейчас читает. Подожди, я тебе просто легко приведу пример. У меня с ростом доходов не повысили вообще никак расходы. Да и у меня не повысились. Так вот, посмотри, поэтому мы пиздатые, а все остальные транжиры и кошельки. Но где гарантия, что когда мы получили бы баснословное количество денег, это бы нас не сломало? Чувак, я когда-то жил на одни бич-пакеты и дошираки из народу. Меня деньги почти сразу сломали. Но потом оказалось, что денег-то у меня не так уж и много. Я живу, как живу, в меру элитно. Но если бы вдруг на меня обрушилось, ебать, 30 миллионов рублей в месяц, чувак, да у меня бы нахуй, наверное, крышняк сорвало. Я хуй знаю. Что ты делал? А я даже не знаю, вот в том-то и дело. У меня нет такого плана. Я думаю, я бы все эти деньги сохранил, купил бы себе какую-нибудь виллу, блядь, на Сейшелах, блядь, ёпта, отдыхал бы там, жил. Но на самом деле, если бы мне дали, просто я бы первые 30 миллионов, окей, я бы отложил. Я верю в себя. Вторые, может, тоже отложил бы, открыл бы счет в швейцарском банке. А вот, чувак, с третьего 30 миллионов, я бы начал просто в разнос идти. Я бы уже мертв был. Я бы купил какой-нибудь тут, самый дорогой. Дело в том, что мы все-таки не до конца с тобой правильно сейчас спорим, потому что мы не говорим то, что ты не должен тратить. Мы говорили изначально про позерство. Стал бы ты позировать. Ну, а где гарантия, что ты не станешь именно позером? Вот просто. А мне уже не будет смысла это иметь. Тебе их некуда девать, у тебя основная, ну, смотри, проблема. Когда у тебя будет, по большому счету, 30 миллионов рублей в месяц, это не так уж и много по сравнению, ну, если говорить про олигархов. Лёш, мы с тобой достаточно состоятельные люди, но согласись, у нас одна из ключевых проблем в жизни. Это 5 миллионов баксов подожди, в год, что ли? Подожди. Это доход какого-то чиновника нижнего ранга. Еще раз тебе говорю, у нас стоит вопрос всегда, как заработать деньги. Когда я иду покупаю вино, или когда ты ездишь по Европам, у нас нет такого вопроса, как слить деньги. Правильно? У нас его даже в голове не стоит. Откуда же мы знаем, на что бы мы, блядь, тратили деньги, будь у нас такое же их количество, как хотя бы у Вилсакома. Хотя бы у Вилсакома. Я уж не говорю про Илонов Масков, про этов, но, блядь, ты Илон просто... Илон Маск же не выебывается. Все, ну столько денег, чувак, ну просто, блядь. Ну так у столько денег, до хуя миллиардов долларов, побольше. Ну вот ты просто так говоришь, что ты бы все рационально мыслил, потому что у тебя таких денег нет, ну, и смотри, в ближайшее время... просто опять-таки примеры олигархов, и многие олигархи реально ведут достаточно скромный
такой аскетичный образ жизни. А многие устраивают себе вечеринки со всеми звездами шоу-бизнеса и покупают себе всякие яхты какие-нибудь. А, кстати, вот назови кого-нибудь олигарха, который прям реально выебывается на публику баблом. То есть не какого-то русского олигарха. Ну, Абрамович, он Челси купил, блядь. Кто? Абрамович. Не, это не выебонство. Не, мы же говорим про другое. А яхта его огромная, про которую... Ну, это такое, хуй знает. Самая большая яхта в мире принадлежит ему. По-твоему, это не выебонство купить самую большую яхту в мире? Это выебонство другого уровня. Я имею в виду про выебонство, вот... Это действительно дорогое выебонство. А я просто различаю дешевый понт и дорогой понт, прям такой золотой. О, чувак, ты тут про какую-то тачку за миллион долларов говорил, что это дешевый понт, блядь. Ну, вообще, миллион долларов? Да я же шутил, ты чё? Миллион долларов вроде много для машины. Достаточно. Прекрати, да, много. И вот так вот, блядь, просто говорить с позиции нищего, а я говорю с позиции нищего. Я разбогатевший нищий, как и Лёша, как и вот, блядь, я думаю, многие в нашем чате, мы босяки по жизни. Просто нам так подвернулось, блядь, с Ютубом. Мы сидим и охуеваем. Какие-то деньги смотри, у нас я есть. Себя просто сравниваю. Но я не берусь говорить, что будь у меня столько же денег, я бы не стал вот понтоваться этими деньгами. Я просто сужу о себе, глядя на других стримеров. Я тебе вне стрима с удовольствием назову их имена. Я знаю вот реально майнкрафтеров 10, которые, блядь, имеют свои сервера. Просто они реально вот за один год... разбогатели, да просто неебичистые. Да их не надо называть, я их все, они крутые, чуваки. Да, и я вижу их образ жизни, и это просто пиздец, блядь. У одного из бывших майнкрафтеров, короче, я охуел, у него тачка в 3 раза дороже моей хаты. Это русский? Русский, да. Ну, давай дальше угадывать не будем, я ничего называть не буду, но просто... Я просто... Ну, чувак, в чем? И меня еще ставят на 13 место в рейтинге лучших домов района. Или как там было, блядь, Иван Васильевич, нахуй. Вы можете себе представить? Это просто машина, вы блядь. Вы можете себе представить, какая квартира у Юры, что что-то может стоить в 3 раза дороже, чем у него? Обычное, в том-то и дело. Ой, ну, блядь. Что-то вы скромничаете, бля, что-то вы скромничаете. Не, ну, она обычная, ну, конечно. Сколько у тебя квартира метров? Дерево у меня красное, я вот сейчас опять ремонтик замутил, реконструировку, блядь, ёпта, или как это нахуй называется, блядь. Искусственный камин поставил, но все равно где-то ездит майнкрафтер, блядь. А сколько у тебя квартира метров именно? Ну, это все уже началось, сейчас по кадастру пробивать будут, неважно, да, блядь. Да, мою квартиру все видели, чувак, есть... Можно просто по видео разным скетчам составить полный план моей хаты, блядь, вплоть до метража. Я, кстати, когда был в Питере, мне один человек сказал, что я, кажется, жил в доме напротив тебя. Я верю, я во многих домах жил, братан. Прям там. Я так, знаешь, иногда смотрел в окошко и думал, может, Юра с пивасиком будет выходить, помашу ему рукой, а он не выходил. Я выхожу из дома с пивасиком с 14 лет, поэтому... Ну, просто, блядь, вот меня жизнь жестко кидала, я хочу сказать. Я вот все районы попробовал, скажем так, на вкус. Блять, и я прям знаю, я знаю худшие варианты, блять. Бафавар, у него этот доход в день, блять, наверное, столько, какой нахуй месяц, ты че ебанулся? Вы про чё? Это чувак написал, у Вилса доход более 2 миллиона рублей в месяц. Да, ну ты дебил, чувак, блять. Ты еще тупее этого, Риаб, блять. Прям реально, да. Не, ну смотри, значит, он в принципе не ошибся. Чувак, я бы поверил, если бы ты сказал, что у Лёши Шевцова доход больше 2 миллионов в месяц. Но ты уж совсем тупую хуйню несёшь. Я бы тоже хотел в это поверить. Ну да, но это более правдоподобно, вот я про чё. Блять, такие, не знаю, просто, если есть люди, ну... Тут же реально легко посчитать подобный. Ладно, смешной страшного. Комментарий, который основан на том, что Вилса сам в видео сказал. Чувак. А я, кстати... Вот он такой долбоеб сидеть и на огромную аудиторию говорить, сколько у него реально денег, чтобы это увидела налоговая и вот прочее. Так,
Конечно. А я, кстати, плачу налоги со всей своей деятельности, уважаю. Поэтому... Сколько ты платишь процентов? Я не мог формально опровергнуть и подтвердить эти сведения, потому что они примерно как бы, ну, в сторону лучшую, конечно, гораздо лучшую соответствуют действительности. Просто мне кажется, что они взяли мой прайс в самые лучшие времена, вот когда я был, ну, ты помнишь, когда я был на хайпе, Лёш, да? Да. Чудесно было. Ты говоришь, как и умножили на количество интеграций и получили вот эту сумму. Но на самом деле, как бы, я бы не сказал, что все блогеры такие уж бедные. Ну, относительно чего? Запада бедные. Относительно этого рейтинга, который опубликовали. А, то ну есть... там так, ну там не учитываются детские каналы, например. А они богаче всех, блядь. Они пиздец. Ну, тут говорят, все-таки это же статья для хайпа, просто от балды написанная, поэтому нужно понимать, в пизду ли им детские каналы. Вот они хотели обсуждения, они добились обсуждения, блядь, ёпта, это прикольно. Но я рад, что хоть где-то меня уважают, вот что хоть где-то, типа, кто-то подумал обо мне. В любом другом... Найдите, вот найдите Хованского в рейтинге за 2018 год хоть любом другом. Где, кроме Телблокнет канала, блядь, ну, в каком рейтинге я был? Ни в одном. Мне прям так подогрели. Я даже готов больше налогов заплатить, если налоговая доебется с этой статьей. Просто чтобы вышла статья, что я реально вот столько зарабатываю. Я такой крутой, и я прям в топе. Я маме отправлю фотографию, типа, как я стою с этой хуйней, типа, мама, я топ-15 блогеров.